Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Гайта. Добавится штук 5-6, может 7 обычных топоров и все. Фишка тут не нужна, железные тут топоры тоже не нужны. Зайти можно вот отсюда. Один соломенный топор на стену, и там надо сломать еще 5 ящиков. Готово. Давайте смотреть. Так, сушилка. Есть кожа. Металлом не интересен, тоже не надо. Здесь пусто. Окей. Идем смотреть, что в ящиках. Первый ящик. 2,5 стака кожи. Запираю. Так. А тут еще ящик есть, я его даже не видел. То есть на карте видел, открыть не открыл. Так, ладно, тут один красный талон, 5 зеленых. И давайте саленту возьму. Так, верстак, 7 слитков, пока возьму. Здесь у нас еще изолента есть, бензин. В этом ящике микросхему возьму, рейдерам отдам. За то, что такую топовую базу мне послали. Так, бревна, доски вернее. Так, тут у нас доски, тут еще доски. Ну и ладно, давайте тоже сломаем. Тут у нас камни и каменный блок. В принципе, мне не надо было ни того, ни другого, просто чтобы показать. И больше тут построек нету. В пикапе пусто, и в байке я ничего не складывал. Вот такой вот лут на этой базе. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.